Дождливое начало лета замедлило темпы ремонта. Напомню, в начале июня губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев лично проинспектировал состояние автомобильных дорог региона, ведущих к побережью. Тогда он дал поручение освободить трассы от строительной техники до 15 июня. Несомненно, поручение губернатора завершить все дорожные работы на проезжей части до начала курортного сезона, но о нем знают дорожники, и они его выполняют. Вот остались те виды работ, которые требуют сухой, жаркой погода, это устройство основания, это устройство дорожной одежды, которые на сегодняшний день выполняются, но по погоде достаточно большое количество времени пришлось простаивать. Поэтому я думаю, что будет затяжка, она однозначно будет, но не более 2 недель. Несмотря на то, что была нештатная ситуация у нас 4 июня, мы вынуждены были ввести реверс на протяжении 4-5 дней. На сегодняшний момент все работы по ликвидации реверса проведены, и движение идет в штатном режиме. Сегодня-завтра должны завершить, погода должна нам позволить, как метео показывает, завершить работы по покрытию. Помимо асфальтового покрытия, на некоторых участках дороги завершается установка наземных переходов. По словам строителей, это поможет значительно ускорить движение транспорта по трассе.